что такую красоту практически никто не делает. Посмотреть детали, за что вы отдаете деньги, вы не сможете. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Твой детский домик» и меня зовут Уманский Алексей. В сегодняшнем видео, небольшом обзоре, мы пройдемся по нашему детскому игровому домику, посмотрим на все его великолепие, на всю его изящность, на всю его красоту, на это превосходное творение человечества. Не более, не менее того, потому что такую красоту практически никто не делает. В этом можно легко убедиться. Вы можете спокойно зайти на YouTube, перепроверить меня, вбить детские игровые домики, домики в стиле лофт и посмотреть. И кроме наших работ не видите ничего. Все, что есть другое, есть только на сайтах. Есть только фотографии, картинки, как можно дальше, общие черты. Как это выглядит на самом деле, посмотреть детали, за что вы отдаете деньги, вы не сможете. Вы сможете только у нас. Зайдя на YouTube, можете перейти на наш канал, посмотреть все видео, где мы рассказываем, показываем, что за горки, какие лестницы, какие материалы, краски, сроки. Все вопросы, все детали и нюансы есть в наших видео. Поэтому подпишитесь на наш канал, обязательно поставьте лайк. И давайте перейдем уже к видеообзору нашего домика. Итак, тут у нас в нише стоит непосредственно сам домик. У домика есть вот такая лестница с большими перилами пола доверху. Ступеньки выполнены из фанеры. Фанера окрашена террасным маслом, просто бесцветным белым цветом, чтобы это выглядело прекрасно. Горка у нас белая, акриловая. Вот такой вот декоративной нишей арочка, в которую можно зайти. Слева под домиком у нас находится кухня. Кухня выполнена из МДФ, никакого ДСП. Есть такая плита, эко-чайник, все сделано из эко-материалов. Дальше ниша одна. Варочная кухонная панель, ящички, все это открывается. Настоящие человеческие навесы, которые просто будет не тяжело кому-то вырвать, поломать. Тут еще повесят полочки, всякую кухонную утварь. В общем, облагородят по всем правилам и канонам. Дальше, сам домик. Мы можем подняться на второй этаж. Ай, боже мой, какая лепота. Просто очень круто. Обожаю наши работы. Поднимаемся на второй этаж. У нас тут здесь нет потолка, потому что потолки очень высокие. Окошки, все крепко, добротно. Горка, еще окошко. В общем, круто, весело и интересно. А главное, очень качественно и безопасно. В общем, вот такая крутая история. Подпишись на наш канал, поставь лайк. Великолепно.